музей усадьбы Архангельска хранится интересный реликварий в виде священной богини египетской Бастет. Это специальный предмет для хранения священных останков. Обратите внимание, длинный хвост выложен вдоль туловища, глазницы открытые. Если мы сейчас приподнимем статуэтку с прекрасно проработанной подставки, мы можем обратить внимание, что туловище кошки полое. И как раз это позволяет поместить останки в эту нишу, и так они хранились. Мумифицировались не только человеческие тела в Древнем Египте, но и кошки. Кошки в Древнем Египте считались священными животными и всегда почитались. Существовали целые катакомбы захоронений животных. Рентгенограмма показала, что мумия представляет собой голову кошки, завернутую в специальную марлевую ткань. Мумифицированные останки кошки размещены у нас в специальном конверте из бескислотного картона. Они упакованы в миколентную бумагу, позволяющую дышать. В нашей коллекции этот предмет поступил в 1929 году из имения Голицыных Никольского-Урюпина. На прикрепленной бронзовой табличке мы можем прочитать, что этот предмет принадлежал Льву Николаевичу Волкову. И в 1850 году реликварий был вывезен из Саккары.